На площадке музея «Концлагерь Красный» состоялась открытая лекция историка и исследователя мемориального комплекса Михаила Кизилова для студентов исторического и юридического факультетов Крымского федерального. В своей лекции ученый показал истоки формирования мифологии отечественной истории, основные типы фейков и искажений. На примере истории Великой Отечественной войны он четко выделил важнейшие аспекты – кто, когда и зачем конструирует подобные фальсификации. «Концлагерь Красный является, пожалуй, самым страшным местом геноцида мирного населения Крыма на территории полуострова. Особенно важно то, что история этого комплекса полностью была нами изучена буквально в последнее время. Задача подобных лекций – привлечь внимание обучающихся к проблеме фальсифицирования отечественной истории в информационном пространстве. События Великой Отечественной войны являются одной из главных составляющих национальной идеи и фундаментом формирования гражданской идентичности. Развивается общество, да, теряются смыслы, теряются ценности. Вот, чтобы сохранить те ценности, которые есть, сохранить ценность человеческой жизни, сохранить ценности почтения лиц, которые пали ради того, чтобы мы сегодня с вами могли ходить по мирной земле, конечно, это очень важно. Совместно с сотрудниками и исследователями мемориального комплекса преподаватели и студенты исторического факультета продолжили разрабатывать эффективный методический инструментарий для освещения значимых для общества и государства вопросов с позиции исторической правды и объективности. На сегодняшний день, к сожалению, видна тенденция, когда молодое поколение в целом не интересуется вопросами истории, не интересуется вопросами популяризации, сохранения, но наша история – это наше прошлое, которое мы должны чтить, сохранять и помнить, чтобы просто не повторять этих ошибок снова. Концентрационный лагерь «Красный» объявлен историческим памятником в 2011 году, а 8 мая 2015 года, накануне 70-летия Победы, мемориал был торжественно открыт. Мемориальный комплекс – не просто выраженная художественными средствами патриотическая идея. Это дань памяти более 15 тысячам узников концлагеря, уничтоженных и замученных фашистами и их пособниками. Нина Келли, Илья Притко, пресс-служба Крымского федерального университета.